Всем привет! Кто куда собирается, некоторые все еще в отпуск, а лично я собираюсь ехать в Москву, где с 21 по 24 августа проходит очередная ежегодная традиционная автомобильная выставка, которая называется MIMS. Кто не знает, эта выставка охватывает все, что касается автомобилей, начиная с самих автомобилей. Да-да, в этом году будут премьеры, различные марки и модели, а также сферы производства запчастей, их установки, то есть автосервис, новые продавцы, новые производители. Я езжу на эту выставку уже много-много лет для того, чтобы держать руку на пульсе. Приглашаю и вас. Более того, если 23 числа вы подойдете на стенд Евроавто, у вас будет возможность сфотографироваться со мной, если есть такие желающие, конечно, есть возможность поговорить о наболевшем, а также на этой выставке будут практически все наши общие знакомые, технические специалисты, и вы можете задать вопросы, которые волнуют вас о качестве запчастей, о технологии их замены и так далее. В общем, записывайте или запоминайте адрес. Краснопресненская набережная, дом 14, экспоцентр. Приготовьте пальчики, чтобы делать скриншот. Адрес звучит так. Павильон 2, зал 2, стенд Б413. Если не успели записать, в описании под этим видео будут точные координаты. 23 августа. Я вас жду. До встречи на выставке. Да что же за оборудование такое? Может быть, там оборудование новое себе прикуплю. Вот.